Всем привет, это прохождение Готики на канале, подпишитесь. И... Честно, меня немножко бесит эта миссия с Талосом. Дело в том, что он никчемный кусок дерьма, который при виде ящерицы убегает далеко и надолго. И дело в том, что словить его потом невозможно. Ну, возможно, на краю карты, где вам уже этот квест и не нужен, он вас поведет по новой. И кажется, что все нормально, но при возвращении, если случайно, вам на глаза попадется ящер, вы провалите квест. Ну как, вы его не провалите, он у вас будет постоянно по своей такой сути. Просто... он будет бесполезен. Нам нужно перебить всех ящеров, к сожалению. По одному. Отлично. Мы перебили всех ящеров. Теперь мы можем возвращаться к Талосу, у которого можно спросить... Пойдем мы с ним на дело за 30 кусков руды или за 50? Мы ему, конечно, скажем за 50, потому что это никчемный кусок дерьма, который ни хрена не может. Талос, вы, наверное, думаете, храбрый воин. Наверное, думали. Скорее, чем он есть таким на самом деле. Так вот, нет. Я вам скажу... Талос, наверное, храбрый воин, скажете вы. А я вам отвечу, что нет, не храбрый воин. Совсем не храбрый воин. Потому я бы не советовал с ним связываться в случае каких-то бед в бою, так как он бесполезный. Я, честно, опечален немного по этому поводу, но мы заметим, что Талос не просто так просрал альманах. Он ничего не может, и, чтобы вы знали, выглядит он как совершенно человек, которому все равно. И если бы не мы, скорее бы всего, спящий призван бы не был. Здесь не так много храбрых воинов, которые готовы что-то делать. Как вы думаете, где Талос? Где Талос? Вот он. Храбрый воин Талос. Невероятно. Веришь кому-то? Ты Талос? Ты Талос. Тот самый, которого ограбили. Оставь меня в покое. Я не хочу об этом говорить. Я могу помочь тебе вернуть альманах. Правда? Знаешь, на меня напали гоблины. И теперь я должен вернуться туда и добыть книгу. Послушай, у меня есть идея. Давай я покажу тебе, где это находится, а ты заберешь альманах. Давай, за 50 кусков руды. 50 кусков руды, и я в деле. Что? Да это же грабеж! Держи это при себе. Ну, хорошо. Дай мне знать, когда будешь готов. Я готов, парень. Я готов. Иди за мной. Давай. Надеюсь, ничего сложного. Одни гоблины, но что может случиться? Пока игра, ну, не сказать, чтобы сложная. Я пока знаю способы даже в случае проигрыша нашего, как нам победить. Надеюсь, мы дойдем спокойно. Я на это искренне надеюсь. Продолжаем наше движение по этому замечательному миру. Надеюсь, когда мы отдадим альманах, Корголом наконец сможет призвать спящего. Хотя по своей сути я думал, что он более могущественный воин, чем он есть на самом деле. Главное сейчас не наткнуться на ящеров, которые любят погулять. Это прям очень важно. Но они сбоку, вроде как ничего плохого случиться не должно. Ящеров прошли. Тех ящеров я перебил, а вроде как обычных птиц он, ну, мочить может.
Сам факт в том, что он достаточно слаб, и его аж хочется прибить за это. Я, честно, уже немножко устал от этой ходьбы. Очень не хватает транспорта какого-то. Очень. Как-то вот все здесь происходит невероятно медленно. Локация одна. Ну, не сказать, что плохо. Наконец-то он нас привел сюда. Эти чертовы твари живут в пещере за мостом. Будь осторожен, ладно? А ты, значит, со мной не пойдешь? Я подожду здесь. Буду прикрывать отход. Пиздюк. Тупой пиздюк. Давайте сохранимся хоть. Так, трое, четверо, пятеро, шестеро нас уже ждут. Давайте попробуем. Уже бегут, вы прикиньте. Уже они бегут. Ну, я весь в ожидании, когда его прибежать. Неплохо они. Отходим. Неплохо они нас. Я даже думаю, что мы не в состоянии победить их. Мне просто нужна была помощь. Да никчемный ты кусок. Помощь. Дерьмеца такого. Здесь никак без шмоток не обойтись, к сожалению. Ну никак, ни стрел у меня нет, только один меч, который, ну, уже, к сожалению, ничего не может. Поэтому я думаю, что нам нужно отлучиться ненадолго, мне. Вернусь через мгновение. Я снова тут, подхожу к этой самой пещере. Как вы видите, я сменил лук на арбалет, купил меч. Но не потратил денег, я потратил еды, скорее я ее втюхал туда. Давайте попробуем, у меня 100 арбалетных стрел. Сохранимся, да, прежде. Попробуем их убить, попробуем издалека. Вот, давайте пробовать. Подойдем ближе. Еще чуть-чуть. Отходим. Отходим. Неплохо. Нет, нет, нет. Очень сложно. Это очень сложно. Не представляю пока, как победить. Не представляю. Их невозможно много. Невероятно много. Очень уж их много. Уходим. Парень, уходим. Мне просто нужна была помощь. Уничтожаем их. Уходим. Уходим. Пробуем еще разочек. Будем таким образом убегать. Нужна была помощь. Уходим. 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 Уходим, я сказал. Уходим. Остался последний. Я сейчас не в состоянии лечиться. Я
умер, черт его возьми. Чертова хрень, блин. Он просто кривой, блядь. И я не в состоянии ничего с этим сделать. Попробуем поближе. Чуть-чуть. Убегаем. Мне просто нужна была помощь. Отойди от меня. Помощь. Беги. Беги. Черт же ж возьми, как тяжко. И это ведь еще не все ведь. Беги. Не сможем мы сейчас попасть. Они порой устают. Бежим. Таким вот образом их мочим. Бежим. Странное поведение. Теперь один всегда будет за мной бежать. Бежим. Невероятная битва. Но только так, никак иначе. Беги. Этого я бы мог, наверное, зарубить. Но рисковать я не хочу. И отойди от меня. Там остался один, его мы и зарубим. По крайней мере, попробуем это сделать. Тяжко. У них самих ничего нету. Есть только дубина с гвоздями, которая, ну, наверное, принесет нам какое-то количество денег. Уже очень долгая серия, хотя нет, вот у этого что-то явно есть. На рыба. Попробуем того все-таки, наверное. А, нет, это еще не все, прикиньте. Не все там заагрились. Давайте попробуем. Беги. Это еще не все были. Беги. Фу, мать твою. Устал. Устал он. Тяжко. Будем есть все, короче. Потому что я долгое время не покупал еду. И теперь с этим могут. Чего ты медленно идешь? Они все. Отошел. Давайте сохранимся. А я не могу сохранить игру. Нет, могу. Все, сохраняем. Замечательно. Пробуем пройти дальше. Возьмем сейчас и будем его издалека
Но меч у меня сильный. Я ничего не скажу. Броня оставляет желать лучшего. Снова мне нужно есть что-то. Ой, какие они плохие. Их готовить, наверное, надо. Ну, давайте доедим их тогда. Травушку, муравушку. Еще один там. Уходим. Отлично. Пока у нас успешно выходит это делать. Встал? Так отдохнем. Неплохо у нас. Давайте возьмем, наверное, меч. Поэффективнее будет. О, не-не-не, никаких мечей. А чё, за мной постоянно двое бегают? Они не устают. Так он не попадает в них почти. Мне так и стрел может не хватить. Ай, 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 ай! Я его даже не видел. Идем. Устаете вы, значит, по-разному. Один устал, второй устал. Мочи. Мать его. Он может нам критануть и с одного удара убить. Слава богу. Ой, как тяжко. Ой, как тяжко. Так и надо, что ли? Так, что ли, и надо? Нам снова нужно есть. Причем есть что-то достаточно хорошее. Давайте кушать. Я, кстати, узнал, что на 10 уровне, который у нас уже случится, необычайно скоро мы сможем взять, стать, скорее, стражником и получить броню стражника, что было бы неплохо. Талос, конечно, ничего не делает, не охраняет. И это плохо. Это плохо. Вороньи травы. Давайте еще раз сохранимся. На всякий пожарный. Возьмем лук. Так, дубинка. С гвоздями, да. Давайте смотрим, что там. Где там? Нужно брать меч. Ой, беги! Давайте, пробуем. Устали, нет? Ой. Бежим еще раз. Что-то их больно до хрена. Ну беги ты! Мать твою! Слишком тяжело. Невероятно тяжело. Их слишком много, а я не в состоянии с ними расправиться. Беги, беги, родный! Я хоть кого-то дамажу там?
Почти додамажил там кого-то. Было бы неплохо их победить. Бьет больно. Бежим. Очень тяжко. Мазила. Хренов мазила. Хренова хрень. Слава богу. Там осталось всего двое. И насколько далеко нужно пройти? Эта пещера кишит гоблинами. Она ими просто кишит. Очень тяжело, очень сложно. Это нереально сложно. У нас могут назреть скоро проблемы, наверное, даже с едой, может, нет. Долгая серия получится. Хотя я постараюсь ее максимально сделать мобильной в этом плане. По крайней мере, я хочу добраться до конца и посмотреть, что там. Давайте сохранимся. Мы не сохранялись. По крайней мере, я уже не помню, сохранялись ли мы или нет. Там еще двое, мы это должны запомнить. Их очень много. Слишком много. Достаем арбалет и палим. Очень много. Бежим. Талос нам никогда не поможет. Мне просто нужна была помощь. Да тебе всегда нужна помощь, друг мой. Одного убили. Беги, падла! Бежим. Мы не сможем сейчас. Так, мы сняли им чуть-чуть жизни. Чуть-чуть мы им сняли. Бежим. Устали, да? Бежим. У каждого по одной жизни. Слава богу. Очень тяжело. Очень. Я бы сказал, сложнее битвы я еще не видел. Я прям чувствую адреналин, когда сражаюсь с ними. Это что-то, конечно. Так, сырое мясо - это то, что нам нужно. Хотя, скорее, я поел мясо жука. Суп из корней, рыбу, вороньи травы, рис. Что же у нас еще есть? Гриб адский. Отлично, сохраняем игру и идем дальше. Тяжко, тяжко. И я уже не уверен в том, что у меня останутся болты в нужном количестве для арбалета. Талос окончательно смотался. Конечно, меч здесь полезен. Это вопросов нет. Просто он убивает с двух ударов, а мне нужно, ну, хотя бы с одного.
что не есть хорошо. Но когда мы заходим, мы, конечно, можем мочиться только с ним. Но они уже бегут. Или нет? Куда мне идти? Мы убили их. Мои поздравления по поводу этого. Мне нужно есть. Хоть что-нибудь. Что может восполнить в моей жизни. Как вы думаете, нам хватит 25 куриц? Узнаем в следующей серии. Очень тяжкие битвы. Не знаю, что делать, не знаю, что мы увидим в следующей серии, но на этом все пока. Подписываемся, ставим лайки и ждем дальнейших серий. Всем удачи, всем пока.